Белорусы готовы пройти процедуру переписи в интернете. Предварительные результаты пробной кампании, которая проходила в Молодечнинском районе, сегодня огласили в Национальном статистическом комитете. Это была своего рода генеральная репетиция общереспубликанской переписи населения, которая намечена на 2019 год. В следующую кампанию Белстат намерен уже активно использовать электронные носители, ведь с ними удается серьезно экономить время, приблизительно втрое. Мы определились с использованием планшетов, и мы поняли, что это большой плюс в проведении переписи. По моим ощущениям, наверное, 30% готово будет пройти через интернет, ну, может, чуть меньше. Потому что реально было удивительно, когда возрастное население с удовольствием отвечало о том, что оно перепишется через интернет. В переписном листе в этот раз было 49 вопросов. Среди традиционных, касающихся демографического среза, появилась и сельскохозяйственная тема. И именно эти пункты вызвали определенные трудности. Доходило до казусов. Наравне с коровами и козами люди просили внести в статистику своих кошек и собак. Но эта информация Белстат не интересует. Поэтому решено формулировки к следующему опросу изменить. Всего за 12 дней опросили 15 тысяч человек, и лишь меньше 2% жителей региона отказались участвовать в переписи.